Кстати, я с удовольствием пользуюсь этой возможностью и хочу сказать, что при открытии этого места исторического, вот этого памятника установки, была мощная делегация с Абхазии, Республики Абхазия. Потом они появлялись не раз по мероприятиям различным, в которые входило посещение этого места. Абхазские делегации были здесь неоднократно. Поэтому Вахабль многим из абхазских людей знакома. История этого места, в частности, телевидение уделяло этому внимание. Я пользуюсь моментом с этого места священного. У нас каждый пятачок земли здесь священник. Но с этого знакового места искренне приветствую каждого гражданина Абхазии. Я очень люблю вас, скучаю по вас. И вообще разделить Абхазов, Шапсугов, это что пытаться пальцы вычленить и им какие-то оценки давать. Мы дети одной матери, это аксиома, поэтому я с удовольствием пользуюсь случаем. Сисалам гвапа, абхазим фасагаша, фасагаха. Спасибо. Спасибо. Хау апсу.